Всем привет! Меня зовут Лиза, и я новая ведущая Лук ТВ Инфо. Сегодня мы на спектакле Анастасии Волочковой. Как вы отнеслись, когда к вам пришло предложение о участии в спектакле Анастасии Волочковой? Я очень обрадовалась такому приглашению, потому что впервые я на нем была год назад как зритель. И когда я увидела это шоу, я сразу поняла, что я хотела бы стать частью этого шоу и не ожидала, когда мне будет такое приглашение. С вами был Лук ТВ Инфо и до встречи!